Диана, у нас вообще-то съемки. А сколько сейчас время? Блин, сегодня же прошу слово. А у какого института? Парень, стой, подожди, у какого института прошу слово? У ИППС. ИППС, пошли быстрее смотреть. Пойдем. ИППС! Оп! Ты меня любишь. Привет, расскажи, как тебя зовут и на кого ты учишься? Меня зовут Дарт Вейдер, и я учусь на рекламщика. Дарт Вейдер, да. Кем ты собираешься работать после окончания учебы? Я собираюсь угождать полковнику в армии. Почему так пессимистично? Ну, потому что по-другому никак. Ты в творке или в смешном? В творке и в смешном. И в творке, и в смешном. Ты разносторонняя личность, да? Да, на все четыре стороны иду. Понимаете? Не смешно? Чуть-чуть. Но мы вставим там смех, как будто я посмеялась. Ухожу, красиво! Почему вы такие заряженные? Потому что это прошу слово. Мы готовились к этому целый месяц, 31 день. Я представляю, как я просто наконец-то после пар пойду домой, а не на репетицию. А вы кто? Мы информатики. По нам не видно, наши очки, наши пальцы, это пальцы программистов. Я тоже в очках, но я же не программист. Да, теперь ты программист. Да. Присоединяйся к нам. Надо отдать, чтобы было эффектно. Надо отдать всю душу в прошу слово. Да, показать страсть и огонь в глазах наших. Это очень крутой подход. А что вы будете делать на сцене? Зажигай! Увидь. Зажигай! Это же нашу энергию, она вот прям импульсивная, да. Вот так лезет, Она выливается прям из нас, из нашего тела. Ты предполагаешь, информатики это просто такие, которые целый день сидят за компьютером, у них нет друзей, нет личной жизни, нет чувства юмора, но это не так. Наша группа это полностью опровергает. У нас настолько заводная группа, у нас все люди очень веселые, активные. Мы не сидим годами за компьютером, то есть заросшие плесенью и бородой, ну кроме Сани. Мы очень веселые и позитивные, так что мир вам, брат. Мир вам, братва. Привет, расскажи, пожалуйста, на кого ты учишься? Привет, я учусь на социолога в институте педагогики, психологии и социологии. А зачем тебе солнцезащитные очки? А это наша фишка. Мы самые крутые ребята. Социология — это самые крутые ребята. Вот. Как вы это поняли? А кто еще будет слушать в колодце песни «Максим» или «Глюкозы»? А зачем вы их слушаете? Потому что это крутые песни. Их слушают только крутые ребята. Из инженерно-строительного института почему вы пришли на ПС и ППС? Потому что в том году они показали хорошую работу. Вы высматриваете конкурентов? Нет, нам просто нечем заняться. Ты серьезный первокурсник? Ты пришел высматривать первокурсников из... Первокурсниц. Пришел на прошу слово ИППС. Потому что мне нравится ИППС. Оп, так надо говорить. Это зрители Сибирского федерального университета. Смотрите телевидение Сибирского федерального университета. Привет. Йоу, я попаду в заставку? Как ты думаешь, первокурсники здесь все талантливые или кто-то просто будет таскать стулья там, например, всего лишь? Ну, без людей, таскающих стулья, просто невозможно. Победил, расскажи, что ты чувствуешь. Круто. Очень круто. Очень-очень круто. Я просто рад. Я уже второй раз получаю кубок первого курса.
однокурсников, как куратор. Да очень приятно, это прям классно. На самом деле, мне никогда не приходилось выступать на сцене вот в таком амплуа, никогда не приходилось читать рэп, тем более что-то выигрывать. А сейчас праздновать поедете? Да. Соберемся мирно в комнате, попьем чай с печеньками, да. Культурно все, да? Да. Мы же информатики. Напишем программу праздничную и будем радоваться ей. Ого, да, да. Ну, Саня, давай, рассказывай эмоции. Было великолепно, было круто. Выиграла. Ты уже успел подержать кубок? Да, мы все вместе подержали кубок в едином порыве. Возьми его. А ты тоже из него шампанское пить будешь? Не только. Что еще? Компотик? Естественно, яблочный. Мама передала яблочки, я сегодня сварю компотик и буду пить из него. Я даже специально заберу. А вот ты стала мисс игры сегодняшней. Что ты чувствуешь? Это была неожиданность. И вообще, это так круто. Мне просто не передать словами. Особенно, когда сказали, я не ожидала услышать своего имени. Сегодня был ПС и ППС. Счастья, здоровья. А туточки была Диана Иванова.